Приветствую вас на информационном канале Севастополя, в студии Наталья Шульга. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота был создан в 1932 году. За это время артисты провели свыше 20 тысяч успешных выступлений от кубриков и палуб боевых кораблей до сцены Государственного Кремлевского дворца. Коллектив выступал перед воинами ограниченного контингента советских войск в Афганистане, участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, личным составом группировки российских войск Сирийской Арабской Республики. Их концерты вызывали и вызывают не только приятный трепет в душе зрителей, но и бесконечное восхищение. О людях этого прославленного коллектива пойдет речь в программе «Один на один». Гость сегодняшней программы – Федор Марченко, заслуженный артист Республики Крым, солист ансамбля песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Наталья. У нас с вами приятный повод для встречи. 5 лет, как вы служите или работаете в ансамбле песни и пляски Черноморского флота. 10 лет работали в культуре или Крымской филармонии. И ваше 30-летие. Вы, наверное, решили объединить все эти события в концертную программу. Да, несколько таких поводов значимых. Ну, конечно, в любом случае они немножко условные, потому что десятилетие на сцене — это такой, на большой сцене, скажем так, уже. А так я занимаюсь музыкой уже достаточно давно. Но вот прежде всего это 30-летие, которое я хочу отметить вместе со своим слушателем, который мне очень близок, очень дорог. И, безусловно, это 5-летие работы в нашем краснознаменном ансамбле песни и пляски Черноморского флота. А Крымская филармония – это такой начальный этап или подготовительный вообще этап становления ваш как певца? Крымская филармония, я работал сразу практически, можно сказать, параллельно учебе в Университете культуры, искусств и туризма Симферополя. Это была такая практика, и практика серьезная, очень хорошая, потому что в нашей Крымской филармонии в свое время работали талантливые артисты. Это и Ротару, и Богатиков, и Леонтьев. То есть многие были сотрудниками нашей Крымской именно филармонии, и это было очень хорошее подспорье для начинающего артиста. Также я параллельно работал в нашем государственном музыкальном театре Республики Крым. И там уже оттачивал свое актерское больше мастерство. А если вспомнить, кто вас привел в музыкальную школу, или это не обсуждалось? Я знаю, что по маминой линии это буквально вот целая династия, ну а папа работал в иной сфере. Ну, в сам университет культуры непосредственно я прослушался сам, на бюджетное место попал туда. Это было мое желание, поскольку до этого я учился на экономиста, это было желание отца, вот. А всегда меня поддерживала мама в моих вокальных начинаниях, потому что и она поет, и сейчас участвует в коллективе вокальном, и вообще по маминой линии у меня все очень артистические люди, вот. Так что, ну, можно сказать, что у меня хобби, которое всегда было, оно переросло в профессию. Вот так вот. А когда были маленьким, думали, что так сложится ваша карьера? Вы о чем мечтали? Я мечтал вообще не о музыке. Я мечтал быть палеонтологом. Мне всегда нравились динозавры, вообще животный мир, археология, история мне очень нравится. И вот как-то я в этом свете что-то себе видел. Но музыка это была, поскольку она меня окружала всегда, в мое как бы пространство, лично. Я думал, что это, ну, нечто обычное, то есть это то, что не надо специально этим заниматься, оно как бы есть, само собой живет, поэтому я думал, что реализовать себя несколько в другой сфере. А то, что вы получили образование экономиста, не помешает вам? Да нет, что как бы любое образование, которое есть для молодого человека, оно имеет хорошее подспорье. Другое дело, что
я четко понимал после практики, чем я буду заниматься, и это было не совсем мое, поэтому решил заниматься музыкой. Федор, «Русская весна» вас застала, когда вы еще работали в Крымской филармонии, но опять-таки это был такой переходный период, потому что те события, они не оставили никого равнодушным, ни одного гражданина, ни как Крыма, Севастополя, так и всей России. Но вы выступали и на творческих площадках. Конечно, это очень интересно, это очень волнующий момент в жизни и крымчанина, и россиянина в целом. А для артистической среды это было, ну, такое как бы сродни потрясению, да. Наши артисты Крымской филармонии, они принимали во многих концертах участие в поддержку крымского референдума. И вот уже на этом этапе мы начали очень часто соприкасаться с ансамблем «Песни и пляски» Черноморского флота, потому что Севастополь и Крым, они нераздельно связаны. И там я уже начал присматриваться к этому коллективу, в котором работаю сейчас. Вы получили приглашение? Да, мы работали на мероприятии, на котором награждали в честь Года культуры в Ливадийском дворце. Меня тоже награждали грамотой Государственного совета Республики Крым. И начальник коллектива, наш тогда руководитель Колесников Илья Александрович, он меня пригласил на работу в этом замечательном коллективе. То есть не прослушаться, а сразу уже на работу? Ну, конечно, как бы меня слышали уже до этого многократно на сцене, поэтому, да, можно сказать, что и пригласили. Федор, ну я видела ваши фотографии ранее, и вы там такой творческий, свободный человек с длинными волосами, а ансамбль «Песни и пляски» Черноморского флота – организация военного, и вам пришлось буквально из такого творческого художника перейти к службе, что называется, взять под бескозырку, к службе организованной, военной, где... Ну, не то, что нет места творчества, но как бы все знают, что, как и где надо петь. Сложно? Ну, конечно, определенное такое напряжение и непривычка, конечно, вот к этой такой вот статной и, не знаю, такой патриотичной манере нашего вот ансамбля не очень привычно было, но поскольку у меня есть актерское как бы образование частично, я постарался быстро влиться в этот коллектив, потому что, повторюсь, во время «Крымской весны» я пришел в этот коллектив не только как артист, но больше как гражданин, который я в свое время не служил в Украине, и мне нужно было обязательно военную службу пройти. Я рад, что я прошел ее в Российской Федерации и остался на сверхсрочную службу в нашем ансамбле. И я считаю, что каждый гражданин, парень, мужчина, он должен отдать долг своей родине. И таким образом я еще пришел в этот коллектив. То есть как бы я знал, куда я иду, и что это есть возможность заниматься творчеством. И также реализовать вот этот вот подъем творческий, патриотический, который был на «Крымской весне». Служить России суждено тебе мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Федор, но вы исполнитель многожанровый, а все-таки что душе ближе? Классическое исполнение, оперная, современная музыка или народная песня? Ну, так получилось, что поскольку я работал в музыкальном театре, а музыкальный театр — это прежде всего оперетта, есть какие-то концертные оперные арии в концертном варианте, которые использовались, и непосредственно работа в филармонии подразумевает исполнение романсов и такой, ну, скажем, хорошей эстрады концертной. Поэтому так или иначе, и в силу специфики моего голоса, я занялся именно академическим вокалом. И мои преподаватели — это народные артисты
Украины Басаргина Елена Георгиевна и Валерий Викторович Карпов. Они сами по своей природе тоже ставят академический вокал, поэтому я на их примере, потому что есть такой период подражания, да, у вокалиста, когда он что-то слышит и сначала подражает, а потом что-то ищет свое. И поэтому, конечно, мне академический вокал ближе. Вот. А разножанровость — это уже просто творческие поиски, когда ты хочешь чего-то нового постоянно и начинаешь развиваться, смотреть по сторонам, слушать других исполнителей и искать себя. И поскольку я работал как бы в разных организациях, отсюда как бы и разножанровость. Вот. То есть это была необходимость быть востребованным. Поэтому я как бы рос в разных направлениях. А дома в праздники поете? Но ведь раньше так собирались часто за столом, пели любимые народные песни. Конечно, конечно. У нас в семейном кругу, ну, практически все играют на гитаре. И это были прекрасные такие застолья вечерние, когда мы садились там возле какого-нибудь там костра, и мы пели по очереди песни на гитаре или просто без гитары капельно. И, конечно, я застал эту традицию даже не в семейном кругу, даже когда молодежь, простите, шла на танцы, дискотека это тогда называлась, и они исполняли вот там всякие какие-то, ну, более, скажем, современные репертуар, но тем не менее все вместе ходили и пели, было это очень здорово. Если возвратиться к вопросу вашей службы или работы в ансамбле Черноморского флота, это ведь не просто праздник, это ведь не просто гастроли и мир посмотреть, и отслужить, как вы сказали, но ведь это командировки в Сирию, не только в Сирию. Тревожно? Конечно, когда особенно первый раз участвуешь на военных самолетах, военных аэродромах, ты сидишь, готовишься мысленно к этим полетам, ты видишь людей, которые оттуда прибывают. И тогда вот приходит постепенно осознание того, что ты занимаешься как бы искусством, в то же время это искусство сопряжено с риском. И это все равно все проходит, все это нивелируется, когда ты стоишь на сцене, когда ты видишь глаза наших соотечественников, которые много месяцев оторваны от своего дома и которые скучают, им очень приятно слушать этот наш репертуар из там, матросских песен, из песен о нашем Отечестве. И когда вот это устанавливается связь между ними и тобой, и ты понимаешь, что все это было не зря, что... Вы тот самый, да, мостик, который, да, соединяет их в данную минуту с Родиной. Да, и это самая большая награда, и ты понимаешь, что твой риск по сравнению с их риском – это ничего, и это, наоборот, благо, большое благо, что мы можем помочь своим соотечественникам, которые проходят сейчас службу в горячих точках. Очень многих телезрителей тронуло выступление на канале «Россия-1». Это номер, который вы посвятили коллективу, коллегам, ансамблю Александрова. Да, это как бы очень серьезное было потрясение для артистической среды в целом и для нас, поскольку мы коллектив военный, многократно работали с этим коллективом на сцене. Наши многие артисты сейчас работают в ансамбле «Песни и пляски» имени Александрова. И, конечно, когда все это произошло, это было очень большое потрясение. Мы сразу хотели сделать такой как бы концерт-реквием, но весной, ну, того же года, получается, состоялся телепроект «Танцует всех», где участвовал наш балет. И было решено и руководством телеканала, и нашим руководством, чтобы сделать такой номер, который был посвящен нашим коллегам. Я исполнил песню Пахмутовой «Русский вальс» вместе с солисткой ансамбля «Песни и пляски» Александрова, вот, Татьяной Королевой. И я думаю, что у нас очень все хорошо получилось, потому что было близко вот материал сам. И мы понимали, о чем мы поем, о чем эта песня. И тем более все это сзади показывали. И тех ребят, которые разбился, вот, это, конечно, очень серьезное потрясение, но жизнь идет дальше. Я предлагаю напомнить нашим телезрителям, как это было. Песня печаль, дальняя даль, лица людей простые.
радость моя, песня моя, Россия. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Я прохожу мраморный зал белой твоей пурги. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг. Милый друг, вот и прошли годы разлук. Милый друг, вот и пришли годы любви. Благослови. Федор, знаю, недавно ансамбль побывал в Испании. Несмотря на сложное время и отношения, вас принимали радушно. О, вы что, Испания — это замечательная страна. Это январь, у нас холод, там лето, хотя было и более-менее прохладно, но тем не менее погода очень хорошая. Мы прилетели в Барселону, и это вообще первая, надо сказать, командировка от нашего ансамбля за рубеж с 2014 года. И мы чуть ли не первый коллектив, насколько я знаю, который, несмотря на санкции, на давление такое международной общественности, смогло все-таки пробиться и сразу, можно сказать, прям ну, в центр Европы. Это очень запоминающаяся командировка тем, что люди очень хорошо принимали, люди очень ждали этот коллектив. Это многотысячные залы центральные, которые буквально там несколько минут аплодировали нам в конце, не отпускали нас. Вот, так что очень яркие впечатления, очень все тепло и воспоминания, я думаю, еще много лет нас будут радовать об Испании. И вообще говоря о репертуаре, как он подбирается? То есть есть какая-то тематическая задумка, да, тематический спектакль, концерт, и, соответственно, подбираются вот песни, композиции. А в Испанию что повезли? Народные, танцевальные или, например, певческие, испанские композиции или только наши, отечественные? Ну, дело в том, что, безусловно, люди ждут шлягеров российских. Это «Калинка», это там народные песни. Но вот несмотря на все это, о том, что есть какие-то общеизвестные песни, которые являются достоянием России, также прекрасно воспринимали песни о флоте. Я сам вот не понимаю, вот как бы люди, они ж не понимают, о чем поется. Но, видимо, это энергетика, это флотская, это задор. Музыка, так, да, конечно. Да, эти горящие глаза нашего балета, они не могут равнодушным оставить зрителя. И это все вот просто заражало этим своим нашим оптимизмом. И воспринимали абсолютно все. Но также, да, у нас были несколько композиций специально для того города, куда мы приезжаем, например, Валенсия. Либо в целом об Испании у нас там была песня в финале. Ну и, конечно, они тут все растаяли и аплодировали еще больше, потому что, ну, это дань уважению туда, куда ты приезжаешь выучить песню. Например, когда мы приезжаем в Киргизию, мы всегда поем гимн города Бишкек, Бишкегим. И это тоже широкий отклик вызывает, потому что выучить песню на другом языке, а у нас солист ее исполнил еще не хуже, чем у них, известный какой-то баритон тоже это исполняет песню, и, конечно, они все такие очень были восторжены. Скажите, приходится ли отказываться по каким-то внутренним противоречиям от какой-либо песни? Ну, например, если ее исполнял там великий Муслим Магомаев или Иосиф Кобзон, и вы чувствуете, что ну, не оценят зрители, они все-таки помнят то прекрасное исполнение, а вам кажется, что вы не дотягиваете, или всегда берете себя в руки и стараетесь? Вот я сейчас подвожу вас к песне «День Победы». Дело в том, что действительно вся советская эстрада, она безупречна, она настолько фундаментально интересна, что даже в наше время она не утратила своей актуальности. И я, поскольку баритон, я исполняю эти песни, и исполнять их, естественно, нужно с чувством такого долга и ответственности перед теми людьми, которые брали за этот материал. Но не стоит
сильно как-то переживать по поводу того, что ты можешь там где-то оплошать, что-то сделать не так, потому что ты все равно не сделаешь так, как другой. Ты сделаешь это по-своему, и надо это делать по-своему, потому что сравнивать... Не пытаться подражать. Да, да, сравнивать будет в любом случае, так или иначе. Но постараться прожить этот материал сердцем и от души, чтобы ты затронул струны зрителей. Потому что если ты выйдешь Магомаевым, ты все равно никогда им не будешь. Не будешь ни Кобзоном, ни Хворостовским. Ты просто будешь собой, который подражает кого-то. И это будет фальшь, и это будет зритель сразу чувствовать. Поэтому самое главное, это чтобы установилась связь прочная со зрителем, чтобы ему понравилось. Здравствуй, мама, возвратились мы не все. Босиком пробежался по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. День победы. Ворогов пропал. Это праздник. Это радость. Со слезами на глазах. День победы. День победы. Федор, ну я знаю, что и кино в вашей жизни было. Вы сыграли эпизодическую роль в сериале «Анна Герман». Как произошло становление в этом виде искусства? Дело в том, что когда мы работали в нашем музыкальном театре Республики Крым, периодически проводились кастинги. И на одном из таких кастингов предложили вот эту роль. Спектаклей, точнее, различных телесериалов и кино, их было достаточно много, просто они, многие не выходят по каким-либо причинам. Но вот именно сериал «Анна Герман», он несколько раз уже ротировался на нашем телеэкране. И, конечно, повезло в чем-то и принесло огромное удовольствие поучаствовать в таком телепроекте. Вот, тем более пообщаться с исполнителями главными этого кино. Пані Герман? Госпожа Герман? Не помилились? Мы не ошиблись? Так, да. Так все тешим. Я очень рад. Все все тешим. Мы все рады. Кася, моя девчина. Моя девушка. Она молилась за вас. Дякую. Спасибо. Оглядала вручение пани Золотой. Мы смотрели, когда вам вручали золотую пластинку. Вы позволите нам сделать общее фото? Ну, конечно, пожалуйста. Чи пан може нам зробити здjęcie? Вы можете нас сфотографировать? Прошу. Пожалуйста. Вы действительно смелая. Сомневаюсь, смог ли кто-то из нас сделать так, как вы. Федор, с некоторых пор вас видят в театре имени Вадима Елизарова. Я знаю, что туда вас пригласил Александр. Вот как произошло ваше знакомство? Да, это тоже очень интересная история, потому что она опять-таки сопряжена с Крымской весной. То есть, как видите, все события. Да, все события, они такой линией красной проходят через судьбы крымчан. Вот. И на, опять-таки, нерядовом событии инаугурации нашего Сергея Валерьевича Аксенова мы познакомились, где Александр предложил поучаствовать в одном из спектаклей в театре имени Вадима Альбертовича Елизарова. Я, конечно, с удовольствием согласился, потому что я до этого работал в музыкальном театре и понимаю, что военная служба мне будет в перспективе. Это будет замечательной такой отдушиной и возможностью поработать в моем любимом жанре с профессиональными артистами. То есть работаете в ансамбле «Песни и пляски», а вот такая отдушина – это театр Елизарова? На самом деле от души я работаю даже и в нашем коллективе, но у нас больше такой патриотический репертуар. В театре Елизарова он все-таки такой больше эстрадный, вот, и он... Вот он, порыв для творчества. Более, да, такой воздушный, ну, танцы сами по себе бальные, это особый жанр, и очень прекрасно, что есть возможность к нему прикоснуться у севастопольцев. В ноябре наши зрители, севастопольцы, увидят ваш спектакль, который вы назвали «My Way».
такое название, но на первый взгляд, вот согласитесь, фундаментальное. И такое название, наверное, стоит человеку в возрасте, умудренного там сединами и опытом. Вам всего 30 лет. Почему такое название и что вы хотели показать, Эдельма, что увидят? Да, действительно, мой сольный концерт называется «My Way», и название он свое получил, ну, вследствие таких поисков очень долгих. Ну вот в конце есть песня «My Way» Фрэнка Синатры, и так решили назвать мой концерт. А почему он так называется? Потому что вообще здесь отражен весь действительно мой путь, в репертуаре будет. То есть так будет сформирован концерт, как развивался мой репертуар. И, скажем, основные вехи будут затронуты, то есть это зарубежная эстрада, это арии из мюзиклов, это там современная эстрада, неоклассика, я сейчас называю, New Age, такой как бы жанр, в котором академический вокал используется и более современные аранжировки. А во второй части больше будет советская эстрада, это песни всеми любимого Муслима Магомаева и другие исполнители, которые мы слышим в советских кинофильмах. Вот. И в третьей части мы познакомимся с репертуаром нашего любимого ансамбля «Песни и пляски» Черноморского флота. Вот. И все это так будет объединено, что нельзя будет сказать, что это такие как бы отделения отдельные. Это будет как раз-таки такая квинтэссенция объединения коллективов, потому что ансамбль «Песни и пляски» Черноморского флота и театр танца имени Вадима Елизарова, они существуют в одном городе, и поскольку они оба очень востребованные, они пересекаются и на других концертных площадках. Вот. Но они никогда не делают совместные проекты вместе. А я буду вот именно тем звеном, которое объединит эти два коллектива, и у севастопольского зрителя будет уникальная возможность послушать и посмотреть в исполнении любимых артистов такие вокально-хореографические постановки. И я понимаю, что на суд зрителей вы представите разную программу, которая будет интересна и детям, и людям старшего поколения. Конечно, это будет самая разнообразная программа. Будут динамические какие-то номера, будут лирические, будут танцы, и инструментальный жанр у нас также будет представлен, поэтому я думаю, что широкому спектру зрителей будет интересно посмотреть это, услышать свои любимые песни, спеть, конечно, вместе с нами. Федор, смотрите, а вот участие в разных проектах – это ступень для творчества или нет? Я имею в виду сейчас молодое поколение, ребята, которые только пытаются начать петь, начать свою сольную карьеру. Вот участие в разных проектах, как сегодня тому «Голос», «Голос Крыма», «Волна добра», вы в свое время участвовали, «Украина, мои таланты». Если говорить в общем, стоит себя пробовать или нет? Или иногда несправедливость бывает в таких программах, проектах, которая, ну, рубит или губит в тебе вот эту творческую натуру? Я скажу однозначно, что нужно пробовать все и всегда, и побольше. И не жалеть себя ни в коем случае. Надо работать, понимая, что артистический век, он не так долог. Вот, допустим, у танцоров он менее, допустим, вообще долог, да, у артистов, у вокалистов, может быть, более. Но так или иначе, жизнь, она не стоит на месте, она постоянно изменяется, и надо постоянно меняться с ней, надо быть актуальным артистом и использовать все, любые возможности для популяризации своего таланта, своего творчества, если ты в каких-то других жанрах работаешь. И молодым людям особенно нужно участвовать в телепроектах, потому что, как бы там ни было, с развитием новых технологий, там, интернет, YouTube и все остальное, раскрутка, это тоже все хорошо, но так или иначе, ТВ-проекты, они по-прежнему очень актуальны, они очень много дают такого, как бы, очень хороший такой толчок дают для исполнителя, и поэтому нужно обязательно участвовать на кастингах. Да, есть разные мнения о том, что там все это хорошо, там легально проходит, так сказать, или там все куплено. На самом деле везде все по-разному, но ни в коем случае не надо никого слушать, а максимально прилагать усилия там для того, чтобы туда попасть.
и находить в себе силы. Да, и не расстраиваться очень сильно, если ты там дальше не пройдешь. Потому что даже если ты попал там в первый тур, во второй, там, полуфинал даже если ты дошел, ты надо подумать, сколько эфирного времени, сколько людей тебя в этой нашей прекрасной стране увидело, и что тебя будут знать люди, они уже будут знать, что есть такой парень, там, девушка. И это самое прекрасное, потому что мы рождены для того, чтобы наш талант отдать другим. Мы себе не принадлежим, артисты. Поэтому это очень важно. И разрешите подвести итог нашего сегодняшнего эфира вашей фразой в одном из выступлений. От такой творческой жизни я в восторге. Служу и занимаюсь любимым делом. Это так? Так точно. Служу Российской Федерации. Служу нашему искусству. А я благодарю вас за интересную беседу. Всех вам благ. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был Федор Марченко, заслуженный артист Республики Крым, солист ансамбля песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации. Вы смотрели программу «Один на один». Всего доброго и до встречи в эфире.